Ютюкунин, добрый день. Продолжаем цикл передач по подготовке к единому государственному экзамену по обществознанию. Сегодня мы рассмотрим задание номер 28. Тема сегодняшнего занятия – законотворческий процесс в Российской Федерации. Что такое законотворческий процесс? Правотворчество. Правотворчество – это действие уполномоченных органов по подготовке, принятию, изменению, совершенствованию и отмене нормативно-правовых актов, завершающая часть процесса правообразования. Виды правотворчества делятся на два. Права, которые исходят от народа, и права, которые исходят от государства, либо от государственных органов власти. Народ. Правотворчество народное – это непосредственное правотворчество. Например, при проведении референдума, всенародного голосования. Государство. Правотворчество государственных органов и должностных лиц. Как мы знаем, законодательство у нас делится на само законодательство, да, и на подзаконные акты. Высшим подзаконным актом, например, является указ президента Российской Федерации. Так, теперь получается необходимо перейти к следующему понятию – законотворчество. Вот право появилось, теперь его надо облечь в письменную форму. Потом мы рассмотрим процесс принятия законодательных актов. Что такое законотворчество? Законотворчество – это процесс создания, изменения и отмены нормативно-правовых актов высшей юридической силы. Например, основным законом Российской Федерации является Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. Изменения в данную Конституцию будут внесены после всероссийского опроса, который будет проведен, а пока сроки точно неизвестны. Так, и давайте теперь посмотрим сам процесс законотворчества в Российской Федерации. Выделяют 5 стадий законотворческого процесса. Первое – это инициатива. Законотворческая инициатива – это официальное внесение законопроекта в парламент по установленной процедуре, влечет обязанность парламента рассмотреть его на своих заседаниях. Парламент Российской Федерации называется Федеральное собрание и состоит из двух палат – из Верхней палаты и Нижней палаты. Верхняя палата – это Совет Федерации, Нижняя палата – это Государственная Дума. Кто обладает у нас законотворческой инициативой? Это высшее должностное лицо Российской Федерации, президент Российской Федерации, Верхняя палата парламента, Совет Федерации, Нижняя палата парламента, Государственная Дума, высшие исполнительные органы власти – это правительство Российской Федерации, а законодательные органы субъектов Российской Федерации в нашем регионе – это Государственное собрание Ил-Тумен, Конституционный суд Российской Федерации и Верховный суд Российской Федерации. При этом можно же спросить такой вопрос, да? Обычный гражданин не может внести изменения в закон? Он может внести изменения в закон, но через органы представительных органов власти. Соответственно, получается, он может обратиться к депутату Государственной Думы, например, или Ил-Тумена, и таким образом инициировать изменение какого-либо закона. Так, следующее. Обсуждение. Обсуждение происходит путем голосования депутатов парламента. Когда инициатива появилась, Совет Государственной Думы данную инициативу может принять. То есть, получается, передать
профильному комитету Государственной Думы. Какие профильные комитеты бывают? Они бывают согласно отраслям народного хозяйства и жизни общества. Например, комитет по обороне, комитет по образованию, комитет по спорту и так далее. Потом профильный комитет выступает на пленарном заседании Государственной Думы по данному закону и происходит обсуждение в трех чтениях. Первое, второе, третье. После третьего Государственная Дума уже обязана передать данный законопроект в Верхнюю Палату Парламента Российской Федерации. При этом, как показывает практика, довольно много законов не могут пройти даже первого чтения, и поэтому они могут годами находиться на рассмотрении. Следующее. Стадия принятия. Принятие происходит путем голосования депутатов парламента. При этом мы же, как вы уже сказали, знаем, что есть две палаты. Нижняя палата передает, вот законодательная инициатива появилась, ее обсудили в Государственной Думе, потом передали в Совет Федерации, потом Совет Федерации передает уже на утверждение президенту Российской Федерации. Следующее. Утверждение. Принятые парламентом законы направляются главе государства, президенту, который может наложить вето, то есть запрет, не допустив или отсрочив вступление закона в силу. Как это происходит? В течение 5 дней Государственная Дума, которая рассмотрела в трех чтениях законодательную инициативу, передает ее на обсуждение в Совет Федерации. Депутаты проголосовали, теперь члены Совета Федерации, сенаторы, должны проголосовать либо за, либо против. Для этого им нужно набрать более половины членов Совета Федерации. Если же происходит такая ситуация, что законопроект вызывает споры, и Совет Федерации отказывается дальше направлять его на утверждение президенту Российской Федерации, создается согласительная комиссия из членов двух палат. Еще следующая ситуация, какая может быть, если члены Совета Федерации налагают вето и отказываются принять данный договор, то Государственная Дума может большинством голосов, 2/3, преодолеть данное вето и все-таки передать президенту на утверждение данный законопроект. Есть такая даже ситуация, что даже президент Российской Федерации может оказаться в такой ситуации, что закон все равно будет принят. Для этого необходимо, чтобы 2/3 голосов депутатов Государственной Думы и 2/3 голосов членов Совета Федерации были за данный закон, тогда вето президента Российской Федерации будет преодолено, и данный закон вступит в силу. Опубликование. После опубликования в установленные сроки в официальном печатном органе закон обретает силу. Официальным печатным органом у нас является Российская газета. А также официальные сайты правительства и органов законодательной власти Российской Федерации. Сроки какие? В течение 7 дней после подписания президентом Российской Федерации закон должен быть опубликован в письменных и электронных изданиях. Закон же вступает в силу только по истечению 10 дней со дня его официального опубликования. Так, мы рассмотрели все стадии законотворчества. Первое. Я хочу что-то изменить. Я его передаю. Происходит обсуждение.
Потом начинается процесс принятия, прохождение его через законодательные органы власти. Потом утверждение или неутверждение и путем опубликования изменения о законе доводятся до граждан страны. Так, и давайте посмотрим задание, которое в едином государственном экзамене уже было. Задание звучит следующим образом. Мы на прошлом занятии уже рассмотрели критерии оценивания данного задания. Это так называемый сложный план, задание номер 28. Напишите сложный план по теме «Законотворческий процесс в Российской Федерации». Теорию мы уже рассмотрели. Можете себе попробовать сейчас накидать вариант. Потом мы вместе посмотрим на ключ. Давайте вместе посмотрим, какие обязательные элементы должны быть. Определение понятия, что такое законодательный процесс. В стадии законодательного процесса это инициатива, рассмотрение его в парламенте и процедура принятия. Кто обладает законодательной инициативой? Президент, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и так далее. Еще следующий элемент можно взять – порядок рассмотрения и обсуждения законопроекта. Порядок принятия и утверждения закона. Вот, пожалуйста, не надо путать стадии законодательного процесса с порядком принятия. Стадии – это тогда, когда закон проходит свой рост и становится законом, а порядок принятия – это кто и как этим занимается. И последним пунктом можно взять порядок опубликования и вступления в силу законодательного акта. Сегодня мы рассмотрели тему «Законотворческий процесс в Российской Федерации» на примере выполнения задания номер 28. Спасибо за внимание.